Он реально стреляет столами. Окей, все, мой день удался, друзья. Вот это я понимаю ресурс пак. Можно мне сделать следующую команду? Ребят, извините, если у вас минус уши были из-за До свидания. Окей, что ж, всем привет, с вами снова Карман. Я думаю, всем уже все понятно. Сегодня мы смотрим на дичь в виде ресурс паков, но я вам хотел рассказать следующую историю. Короче, листаю я сегодня странички Planet Minecraft, нахожу много дичи, скачиваю, и вдруг я вижу следующее. И сначала я думал, что мне показалось, но потом я присмотрелся и думаю, стоп, погодите, это что, отсылка на меня? И потом я почитал описание и увидел следующее, и все понял, все понятно, да. Это, походу, Кекнеус ресурс пак, который мы сегодня обязательно посмотрим. Я не знаю, что сегодня будет происходить, я, конечно же, не тестировал все эти ресурс паки. Надеюсь, вам понравится видос, и мы сможем набрать, ну, хотя бы 30 лайков, ну, пожалуйста, друзья, ну, 30, йоу, плиз. Рандомный комментос перед началом залетает тот Максимус, который пишет, когда Кейн говорит слово Forge, у меня поднимается настроение. В смысле? А что такое со словом forge? Погодите, я не понял, а в чем прикол? Что такого в моем произношении слова forge? 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 Корж? Как вы его называете? Я не знаю, окей. Что ж, господа, давайте приступать. Я думаю, конечно же, мы начнем как раз таки с Кекнеус ресурс пака, который, я так понял, заменяет визора. И причем автор этого ресурс пака, он делает очень прикольные вещи. Я не знаю, помните вы или нет, но мы видели эндер-дракона креветку давным-давно или не так давно. Пару месяцев назад мы смотрели на этот ресурс пак, и оказывается, это от этого же создателя. Оказывается, он русский. Ну, наверное, я предполагаю, если он сделал Кекнеус ресурс пак. Что ж, господа, давайте сделаем Сумон визор и посмотрим, что... Что... О... Окей. Окей, друзья. Это... Одну секунду. Во-первых, мы сделаем звук потише, потому что слишком громкий этот пес, но он выглядит офигенно. Вы просто посмотрите на это. Я не знал, как он будет до конца выглядеть. Погодите, а чем он стреляет? Он стреляет столами! Я не верю своим глазам. Это... Вы это видите? Можно slow motion, пожалуйста? Он реально стреляет столами. Окей, все, мой день удался, друзья. Вот это я понимаю ресурс пак. Окей, ребята, погодите, я пошел посмотрю, как зовут автора этого ресурс пака. Мне нужно отдать ему все мои возможные респектосы. Окей, что ж, автора зовут Анимун, или Анимун, или Анимун, не знаю, но спасибо тебе огромное. Йо, ну, ребят, ну, просто зацените это. Я думал, ну, окей, будет визор в стиле кекса. Это понятно, это здорово, но... Он столами стреляет, боже мой, я просто хочу поближе вам показать, но вы это видите на своих глазах. Столы летят вместо голов визора, это вау, аплодисменты, это красота, это просто сочно. Интересно, что будет, если вы убить, может быть, будет какая-то клевая, интересная анимация. Каким образом мы это сделаем? О, мне лень его таким образом убивать, знаете что, у меня есть идея, мы сделаем следующее. Я просто должен посмотреть, что произойдет, вдруг какой-то кастомный... Что-то будет, кастомный эффект, кастомное что-то. Мы сделаем еще одного визора прямо здесь, прямо на этих координатах. Мы сделаем No AI 1 следующим образом. И теперь мы, посмотрите на него. Какой красавчик, слушайте, а выглядит-то скин офигенно, как будто бы это реально обновленный скин Канделябра. Моему скину уже больше 11 лет, мне кажется, поэтому да, друзья, короче, я хотел прописать просто команду kill. Да нет, ничего такого не происходит, мы получаем просто звезду и вау, ну что могу сказать, я не ожидал, что это будет настолько, настолько круто, друзья, посмотрите на него, посмотрите, он полетел в деревню, именно то, что я люблю делать, разрушать деревни жителей. Красота, друзья, красота. Что я могу сказать? Вау, Анимун, Анимун, спасибо тебе огромное. Спасибо тебе, большущее привет тебе передаю с видоса дикого обзоров диких, дикого ресурса по кадичи. Окей, что ж, но я думаю, мы тогда будем переходить к следующему ресурс-паку. Что же мы посмотрим, друзья? Что же здесь у нас? Короче, вот смотрите, у нас есть Cursed MC, проклятый Майнкрафт. На сайте не было никакого описания, у него было 6 скачиваний, но знаете, в чем прикол? Эта дичь весила 200 мегабайт. Ресурс паки столько обычно не весят. Обычно, о боже мой, ой, все, приехали. Я не знаю, что сейчас будет происходить. Поберегите ваши уши, возможно, ваши брови, ваши, я не знаю, что-нибудь берегите, берегитесь, друзья, просто берегитесь. Смотрите, как долго грузится. Окей, я вижу странную землю. Давайте супа громче сделаем. Я не боюсь, друзья, я не боюсь. Я вас предупредил, если что. Окей, что же здесь такого дикого, почему он столько весит? Что с тобой-то случилось, боже мой? Окей, что в принципе мы видим? Окей, заменилась трава, цвет травы. Здесь он очень ярко-зеленый, здесь какой-то фиолетовый. И все, вот это весило 200 с чем-то мегабайт. Погодите, я видел... Да, точно, на скриншоте на сайте я видел вот это. Это...
фотка Обамы вместо солнца. Это, конечно, замечательно. Ну, а что еще-то было здесь заменено? Почему он столько весит? О, боже мой, этот визор. А можно мне сделать следующую команду? Там, та-та-та-та-та, 0% звук. Спасибо. Я понял. Ну, я... Окей, точнее, я ничего не понял. Я все еще не понимаю, почему это столько весит. Что это сейчас было, друзья? Погодите, не килл. Я хотел сделать Locate Village. Она где-то здесь была недалеко. Давайте просто туда вернемся. И я, господа, хочу удостовериться в том... Посмотрите, что с прицелом? Окей, прицел какой-то дикий. Что это был за звук? Это был звук смерти? Или это был звук получения урона? Погодите, а это что такое? Окей. Да, я не знаю, слышите вы... Вы это слышите. Хорошо, что я сделал громкость на 0%. Окей, это звук получения урона. Замечательно, красиво, круто. Зачем я это скачал? Ребят, извините, если у вас минус уши были из-за До свидания. Я думаю, на сегодня мы заканчиваем наш обзор. Всем спасибо за просмотр. Ставьте Лукасы. Не-не-не-не-не, я так не сдамся, друзья. Я так просто не сдамся. Хорошо, ясненько, понятненько. Новые кровати с тянкой. Просто круто. А как еще там ее называют? Тян или же вайфу? О, боже мой. Ладно, неважно. Так, что-то еще заменил? Слушайте, этот резус-пак мне начинает все больше и больше удивлять. Круто. Хорошо, ну тогда, я думаю, самое время сделать, кстати, ну, я уже обратил внимание, что вместо сердец у нас кружки. Самое время зайти, наверное, в креатив. Я надеюсь, здесь ничего не будет опасного для моего видео. Надеюсь, меня не забанят за какие-нибудь картинки, за какие-нибудь текстуры здесь. Окей, я вижу то, что с крипером что-то случилось, да, крипер какой-то белый. Ну, давайте посмотрим, идем в саму крипер. А, опять отсылка к Undertale. Почему так много отсылок к Undertale? Возможно, мне стоит поиграть в Undertale, друзья. Вы все про него знаете, вы всегда мне пишете: во, там была отсылка к Undertale, Кейн не заметил. Да, я не заметил, потому что я не играл в Undertale. Я знаю, что есть Санс. Он скелет с синим глазом, моноклем или что-то такое. Ребят, больше я ничего не знаю. Так, что здесь еще-то было заменено? Для чего я это скачал? Почему это так много весит? Что-то же да... Ха... Это что такое... Это что такое? Ну, я даже, в принципе, комментировать это не буду, вы все прекрасно понимаете. Это топор, тут написано X. Замечательно. А, ясненько. А вместо... а вот это-то, вот это здорово. Отличная картинка, просто для превью, наверное. А, короче, да, это вместо мечей теперь у нас пистолеты. Что-то на щите написано, на щиту, на щите. Это неважно. Понятно, что-то еще... Ребята, я не понимаю, почему он так много весит, мне нужно понять. Здесь наверняка есть какие-то еще кастомные звуки, о которых я не знаю. Так, ну вот тут все ясно. Что-то, может быть, с жителями сделали. Давайте сделаем вилладжера. Вилладжер вроде бы... Ну да, я хотел сказать обычно, но нет. Так, погодите. Если он урон получает, вроде бы никаких звуков нету. Я знаю, у меня громкость на 0%, но я что-то слышу там на фоне. Но я слышу обычные звуки Майнкрафта, поэтому... Ой, ребят, знаете что, я думаю, я слишком много времени уделяю этому ужасному ресурс-паку, пожалуйста, не скачивайте. Вы меня всегда просите ссылки на все ресурс-паки, я их, конечно, оставлю, но даже не думайте это качать, пожалуйста. Я вот вас умоляю, ну, не надо. Гоу дальше, друзья, гоу дальше. У нас впереди есть еще какие-то прикольные вещи, наверное, я не знаю. Окей, поехали посмотрим на Инготс, друзья. Вроде бы, что этот ресурс-пак делал, он заменял, что он заменял? Давайте посмотрим. А, короче, он превращал все материалы в слитки, да? Да. Теперь у нас, посмотрите, теперь... Слушайте, это забавно выглядит. То есть, друзья, все, что у нас является ресурсами, материалами, теперь превращается в слитки. Только погодите, а что у нас обычно вот здесь? Уголь, погодите, древесный уголь. А, я понял, это обычный уголь, это древесный угол. Уголь. Да можно звук, наверное, вернуть. Я надеюсь, у нас сегодня больше такой дичи не будет. Короче, друзья, то есть вы можете видеть то, что теперь мы получаем слитки вместо... ресурсов. Это у нас, я так понимаю, золотая руда, слиток золотой руды. Это просто золотой слиток, ну это понятно. Железное железо. Отлично. И даже есть редстоун слиток. А, и вроде бы это все, что добавляет этот ресурс-пак, если, опять же, он кому-то нужен, хотя я не уверен, ссылочка будет в описании. Но алмазный слиток выглядит забавно, что я могу сказать. Найс, круто. Хорошо, ну и что я могу сказать? Окей, гоу дальше, наверное. Я думаю, больше здесь ничего мы такого не увидим. В принципе, это все. Класс, замечательно, это мы удалим. Гоу посмотрим на следующий ресурс-пак. Блок мобс Е3041, а lot of block mobs by Zoush.
А, кстати, как, вот же здесь написано «By Animoon». Почему я не прочитал это прямо здесь? Ну окей. Что ж, следующий результат. По идее, то, что я понял из поста на Planet Minecraft, то, что все блоки этого... Подожди, все мобы — это блоки теперь. Как это будет выглядеть? Давайте проверим. Где-то тут я заспавнил... Красота-то какая. Окей, замечательно. Походу, он реально работает. Он реально работает. Все мобы-то теперь... Просто коробки, просто блоки. Я бы не назвал это блоками, потому что, ну, они не полностью квадратные, но они прямоугольные параллелепипедной формы. И можно их тогда, это как-то так назвать, я не знаю. Давайте сделаем time set day. И окей, мы сразу же сделаем, конечно же, крипер. Красавчик, замечательно. Мы сделаем summon husk. Прям все мобы. Слушайте, автор заморочился, я, походу, реально всех мобов заменил. Как насчет спудера? Спудер, тут как тук, тут-тук, тук-так-тук, просто голова. Ребят, что-то сегодня говорить не могу, что-то сегодня запинаюсь, что-то какой-то я сегодня не такой, друзья. Ну окей, что ж, идем дальше. Кто еще? Я даже не знаю, Блейз, допустим, Блейз. Тоже квадрат, окей, квадрат, замечательно. Аксолотль, даже окей. Просто коробка, чтобы ее вот так вот пинать, друзья. Ну, замечательно. И, ну, конечно же, мы должны проверить следующих мобов. Это Summon Wither. Только я его сделаю без искусственного интеллекта, чтобы он далеко не улетал. Класс. Просто голова с лицом со всех... Нет, не со всех сторон. Я понял. Так как у Wither три головы, ему сделали три лица. Просто на одной голове. Так, ну, овцы, понятное дело, все ясненько, все замечательно, у нас просто здорово. Ну и, конечно же, мы сделаем Эндер Дракон прям вот здесь. No AI, пожалуйста, студия, бум, класс. Окей, ну, что могу сказать, T-Tetris в принципе делает то, что он и обещал, он реально работает, я не против. Я могу поставить Лукас этому ресурс паку, он забавный. Он, я не знаю, для чего вам он может понадобиться. Для какого-нибудь троллинга, для каких-нибудь приколов, я не знаю, для каких-нибудь скетчей, если его записывать. Фиг знает, друзья, кто знает. Я не знаю, но он работает. Я не знаю, кого еще можно проверить. Давайте быстренько чекнем вот здесь и пойдем уже дальше. Кого можно проверить? Лавомерку можем проверить. Можем проверить, это же за ведьму можем проверить. Зомби можем проверить. Ну и последний моб Glow Squid. Пусть будет. Окей, давайте быстренько чекнем и гоу дальше. Квадрат. Окей. Что ж, господа, я думаю, го посмотрим на следующий ресурс пак. Что у нас еще есть? В принципе, у нас осталось... У нас остался вот этот еще ресурс пак, который, в принципе, по идее, сделан на версию 1.16.5. Я не знаю, будет ли он работать. Мне очень не хочется сейчас переключать версии. Мне так лень выходить из Майнкрафта, друзья. Но давайте посмотрим. По идее, он... Слушайте, он работает идеально, идеально. Он добавляет некоторые 3D-эффекты некоторым вещам. То есть теперь ведро, у нас 3D-ведро, как вы можете видеть. Ведро с водой тоже 3D-ведром, замечательно. Ведро с молоком у нас осталось обычным, но да ладно. Что у нас здесь есть еще? Вы можете видеть некоторые еда заменились. У нас есть 3D-яблоко, зачарованное яблоко, суп с дичью. Вы можете видеть, слушайте, ну он забавный, ресурс пак, он неплохой. Но мне кажется, если ты как бы... Окей, немножко за текстуру улетаем, ничего страшного. Мне кажется, если все-таки... Погодите, куки, это что, Орео? Неплохо. Если ты все-таки делаешь такой ресурс пак, я бы тогда заморочился. Я знаю, что это много работы, но тогда уж прям все надо заменить. Потому что, ну, как-то, ну, не сочетается 3D с не 3D. А было бы здорово, если тогда автор бы прям все заменил. О, вот это-то выглядит офигенно. Погодите, это что такое? А где, погодите, а где алмазная кирка? Почему синий цвет немножко отличается, да? У нас такой синий. Но, окей, это выглядит забавно. Это выглядит реально забавно. Почему бы и нет, да, друзья? Почему бы и нет? У нас также есть мотыга. Следующим образом выглядит. Какая-то она большеватая по сравнению. Ну, ничего страшного, мы можем простить. И у нас есть лопата. Треугольная лопата. Круто. Также то же самое с назритыми вещами. Они просто отличаются цветом. У нас зажигалка, которая выглядит как зажигалка Zippo, она называется, погодите. Как-то, вроде бы, да. Окей, у нас есть назритые вещи, которые тупо фиолетовые. Неплохо, что еще было заменено. Давайте посмотрим здесь, комбат. Слушайте, я не буду говорить, на что похожи эти мечи. Они похожи, знаете, на что? На световые мечи из Star Wars, вроде бы, да, наверное. И при... А, погодите, а тотем-то тоже был заменен. Посмотри, какой красавчик-то теперь. Со шляпой королевской какой-то. Неплохо, найс, знаешь, что могу сказать? Что-то еще было заменено, что я не увидел. В принципе, я так понимаю, это более-менее все. Еда, а погодите, вот стейк заменен. Стейк теперь выглядит как какая-то подошва, друзья. Ну, неплохо, да, что могу сказать. Здесь больше вроде бы ничего нет. Слушайте, ну, забавно.
забавный респак. Я думал, он не будет работать на версии 1.17.1, если что, именно на этой версии прямо сейчас. Поэтому, окей, go дальше. Окей, что ж, у нас остался вот этот ресурс по Golems Family. И также у нас есть More Totems. Мы оставим его напоследок. Давайте посмотрим на вот этот довольно-таки милый ресурс пак. Если он у меня будет работать, он очень милый, он не дикий. Я бы даже идеально его мог рекомендовать, потому что, по идее, что он делает, он делает следующее, друзья. То есть он добавляет... О май гад, он даже анимирован, у него голова двигается. Офигеть, очень круто. Ну, вы видите, что он добавляет. Он добавляет новую модельку железному голему, у которого теперь на голове сидит маленький медный голем. Это очень мило выглядит, друзья. Это реально очень мило. Я увидел его на сайте Planet Minecraft и думаю, ну блин, ну я должен ее скачать, посмотреть. И да, это работает, это выглядит очень круто. Плюс у него даже двигаются ноги, друзья. Слушайте, его реально анимировали полностью. Это очень здорово. Ну, в принципе, это все. То есть он больше ничего не добавляет, этот ресурс пак, поэтому класс, это реально. Реально неплохо, это забавно, это мило, я бы вот реально его мог посоветовать, как я и сказал, можете скачать, ссылочка будет обязательно в описании. Ну и теперь мы переходим к последнему ресурс-паку, для которого мне нужно открыть небольшую подсказочку, для того, чтобы вам показать, что это такое, как это работает. Так, окей, поехали, что же у нас делает последний? Последний ресурс-пак, он заменяет тотемы, но как он их заменяет? Он не заменяет их по дефолту, а он их заменяет, если вы захотите, то есть вы с помощью наковальни можете, по идее, переименовать тотем. Вроде бы это так работает, мы закидываем сюда тотем. И вместо тотема Фандайнг мы, например, можем, конечно же, Red Impostor. Да. Окей, я дальше вам показывать импостеров не буду. Их здесь есть зеленый, красный, голубой, синий и так далее. Найс. Давайте посмотрим на что-нибудь другое. Давайте я его возьму и прямо его переименую. В принципе, это все. Я не знаю, что будет ли какой-то интересный кастомный эффект. Я не думаю. Это просто текстурки самих тотемов. Давайте попробуем себя убить. Я не думаю, что мы услышим звук Амогуса. Нет, ничего такого мы не услышим, конечно же, поэтому, окей, возвращаемся в креатив. Мы возьмем еще один тотем, и тут есть некоторые другие фишки. Например, у нас есть... О, какое длинное название. Oxidized Copper Golem Totem. Боже мой, как долго это прописывалось. Ну да, друзья, у нас есть вот такой тотем, и у нас есть обычный медный голем без патины. Короче, ну, выглядит забавно, если вам вдруг нужен такой тотем в этом. Мне нравятся вот эти резус-паки, которые позволяют заменять вещи, если вы захотите. Вы можете их переименовать и заменить. Но, окей. И, в принципе, у нас есть еще кое-что. Если я не ошибаюсь, у нас есть Uno Reverse. Это у нас та самая карта Uno Reverse. Следующим образом, да. Это карта наоборот. Я не знаю, как играть в Uno. Точнее, я знаю, как это ты играл, но я уже не помню, друзья. Ну, короче, это та карта, которая тебе, типа, возвращает карты, которые... Я откуда знаю, неважно, не спрашивайте меня, найс. И что-то у нас еще осталось, если не ошибаюсь. Да, у нас остался последний тотем. Конечно, если у нас есть Copper Golem, то, конечно же, у нас есть также Allay. Давайте мы пропишем Allay Totem следующим образом. Да, и все. Слушайте, друзья, сегодня получилось довольно-таки странный, но очень веселый выпуск. Я на самом деле могу сказать, что это даже был один из моих самых любимых выпусков с рандомными ресурс-паками, потому что вот первый ресурс-пак, друзья. Вот первый ресурс-пак меня реально сильно удивил. Еще раз спасибо автору за то, что сделал как он назывался? Одну секунду, он назывался Кекнеус. Спасибо большое, это было супер шикарно, это было очень красиво. Я его даже, наверное, оставлю, я его не буду удалять отсюда. И, возможно, я буду теперь всегда сражаться. Если я буду сражаться с визором, значит, я буду сражаться с собой. Надеюсь, мы его оставим навсегда, и будет круто. Если мне, например, подписчики будут делать карты, где нужно убить босса визора в конце, то вот с кем мы будем сражаться. Поэтому что ж, господа, 30 лукасов, все, что я прошу. Больше ничего не надо делать. Ну как, нет, подписаться, колокольчики, комментосы, все надо делать, короче. Ну а самое главное, что нужно делать, это просто радоваться жизни, друзья, господа. Надеюсь, вам понравился видос. С вами был Константин Карманыч. Всем пока.